Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Иосиф Пригожин уличил свою супругу в измене. Продюсер опубликовал видео, где Валерия лежит в постели с другим мужчиной. Одетую в пижаму певицу сняли в кровати рядом с неизвестным. Также Пригожин показал кадры, где артистку все тот же мужчина обнимает на балконе на фоне небоскребов. Муж звезды написал в Instagram: «Измена, на глазах у всего честного народа». Впрочем, слова о неверности оказались всего лишь шуткой продюсера, а ролик – тизером нового клипа Валерии на песню «Пьяная». Возлюбленным певицы, разумеется, стал актер Роман Отопин. В комментариях к выходу клипа отнеслись неоднозначно. Одни отметили, что с нетерпением ждут премьеры, а другие раскритиковали супругов за такой выбор репертуара. Докатились, радует, что главный герой – свежий, неизбитый актер, я вас понимаю, как продюсера, но это все печально, не женщина, а сказка. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.